Хей, окей, с вами Мишельки, и мы продолжаем проходить игру по названию Bandicoot, Crash Bandicoot. И погнали. Да, в прошлой серии я нашел охерительную страту. Надеюсь, ее никто не юзал. Не, я сам ее просто как бы вот так взял и ни с чего нашел. Прыгнул на коробку, а коробка меня закинула. Не, подождите, на кого я тогда запрыгнул? На черепаху. Она меня сверху забросила. Поэтому... Читики-читики. Ага, внизу шипы. Я проверил. Я просто проверил. Вы думаете, я просто сдох? Не-не-не. Это ж я. Нет, такого точно не может быть. Так, а вот здесь немножко... Sorry about the problems. Оно что-то дергает очень тут... сильно. Пошел отсюда, старика. Так, это, короче, заброшка какая-то. Эге. Окей. Не на тебя, да? Да. Сейчас будем по птицам скакать, ребята. Континуум. Под дикам такое лицо, как будто, знаете, после, конечно, вот этих огромных куча коробок, которые на него попадали. Чтобы не было такое лицо. Тут нужно быть сверхразумом. Так, здесь уже будет у нас что-то. А не. И да, и нет, знаете, типа, и сложно, и нет. Почему ты не при... Тайминги. Нип. Откуда? Заново, самого. Так, ладно, у меня еще 31 контишка. Вау. Да, это жестко. За один раз нужно пройти полностью. Это вам, ребята, не плюшками баловаться. А, это я из-за своей, конечно, ошибки это, ну, потратился. Просто, что не было вообще нигде Continuum Synchronization сейвиков. Это жестко. Это real жестко. Вот, допустим, одна ошибка, и все, мне заново нужно будет. Это, поверьте, время много занимает. А еще и трое. Блин, просто сверху запрыгнул, и все. Может, туда больше не лезть, то опять там сдохну. Я неправильно рассчитал. Я просто, знаете, сейчас играю, я как бы рассчитываю полет свой. Тихо, рано. Полет, падение, длину полета, но не скорость. Тяжелее там, где две птички. Это то все фигня. Долетел. Так, ладно, Континуум. Вот почему я говорю, главное не спешить. Главное около стенки быть. Тихо. Птица поднимается, мы вместе с ней. Отлично. Вот здесь, да, я глупанул? Скорее всего, там и сохранялка. Давай. Вверх.
Так. Платформиум. Давай, поднимайся. Нет, ребят, это точно нелегко. Назад, назад. Ладно, там на за платформу можно зацепиться. Почему такая так жестко? Фу, кондишка. Так. Вверх. Тик. Главное не тратиться. Сейчас самое главное. Пронесло. Ладно. Хотя бы отсюда. Готово. Вверх. Так, там кто-то метает что-то. Типичный доктор. Отличный доктор. Отличный доктор. Континуум. Главное долететь. Да, не заметил я шипам. Да ё-моё. Тихо, нет, обратно. Так, кондор. Кондор, грифон. Не, это кондор, да? Кажется, он похож на кондора. Да. Оп. Вверх. О, платформа. Платформа, платформа, платформа. Черт. Ну, черт. Черт. Неудачные тайминги. Я перепрыгиваю. Тихо. Отлично.
Так, я сейчас верну. Так, ладно, продолжаем. Ух, как я дамаг не получил. Так, платформа. А как мне уже сейчас хочется закончить запись? Меня горит от этой карты. От этого уровня. Просто из-за схемы уровня. Минимальное количество у нас. Минимальное количество у нас контишек, которые могут дать минимальное количество контишек, которые мы можем... Ну, короче, чекпоинтов. Это немного удручает. Так, здесь, да, кажется, да. Я вверх прыгнул. Да, я здесь. Вверх прыгнул. Так, бонус с профессором. Как это должно было пройти. Пробуем снова. Кажется, у нас весь эпизод будет заключен в этом. Ай-яй, там улетают эти наши континюши. Континюши. Бутелки легкие. Здесь все сложное. Я заберу это. Я заберу их. Там их 3 штуки. Бум. Там их 5. 6 штук. 6 штук. 6. 6. 6. 6. 6. 6 штук нужно забрать. Ради 6 и можно постараться. Доктор испарился, 6 контишек. 6 контишек. 35 контишек у нас всего. Хотя бы чтоб у нас 30 сохранялось. Просто не хочу узнать то, что будет, если все контишки пропадут. Но я уверен, там что-то будет худо-плохо. Ладно, ради контишки. Ради контишки можно было это сделать только что. Ну, чекпоинт. Ха-ха-ха-ха. 40 чекпоинтов. То есть я за этот уровень вывез 10 чекпоинтов. Ну, сразу, в одном моменте. За одну жизнь. О, надеюсь, это был последний вариант сложного уровня. Больше я таких уровней не смогу вынести. Уж слишком они сложные. Very easy. Вот башня это тяжелая. Еще что-то было тяжелое. Не помню. Почему здесь алмаз другой?
Мы же собираем красное, разве нет? Еще погонят меня собирать эти кристаллы. Алмазы. Кристаллы, алмазы. Где что? Окей. Темный уровень. Умба-умба. Дает свет. Представляю, здесь без него играть. Теперь мы знаем одну его фичу. Он нам дает свет. Так, платформы падают. Так, а в чем сложность уровня? Уже чекпоинт. Типа сложность, если без... Уга-буга! Да? Да, без него очень темно. Рано. Так, доехали. Чекпоинт, восстанавливаем хп. Мне кажется, ли он гаснет? Со временем. Надеюсь, мне кажется. Оп! Щит. Ладно, это норма. This is normal. Падай. Крысы. И... Он серьезно гаснет? То есть мне нужно на спидах, да, это проходить? Ладно, нужно тогда за один заход это проходить. Да он почему... Ай-яй-яй, рано. Блин, в принципе, я мог бы пройти там. Ай, нос сейчас чух-чух нос. Вот здесь, да? Я профекал. Твой момент. Так, не гасни, главное, не гасни. А за счет свечек ты тоже, да, типа, ярче не становишься. Ой, достал. О. Ништячок. Так. Вот свет ярче становится. Где? Дубда. Крысы. Крысы везде. Бда-бда. А с какого момента я начал? Там типа три крысы, да, выходит? И этот момент проскочил. Черт, снова эта херь. Давай, шустрее. Нужно по таймингам успевать. Пронесло. Ну, вот это веселый уровень был. Более разнообразный. Ничего служебного. Уфба Айленд. Еще есть одна игруха, это... А, наверх туда мы не можем, да, снова же? Храм Солнца. Да, это, походу, последний у нас глав. Last глав. Если, типа, будет... Это финальный остров. Я соединю две части. Ну,
Не именно игры, да, а часть вот этого видосина, но следующий, который будет. Пускай даже если видео будет у нас час, мы так и оставим. Так, лады. Континуум. Не. Главное, чтобы вот этих совместных не было. Темноты и дырки. Тупые мухи. Т. Тайминг. Готово. Еще одна смерть, и я смогу получить континуум. Ой-ой-ой. Так, тихо. Анаконда, подожди. Щипульки. Щипульки. Подожди, мышь. Прям такой же играли. Только у нас такой финиш, да, был? Ноуп. Там их оказалось побольше немного. Поехали. Поехали. А, теперь мы вперед прыгаем. Не, назад было веселее прыгать. Заново, с самого. Ой, давайте, короче, не буду тратить время, я думаю. Чтобы здесь не остаться. Давай, появляйся. Буду-буду-да. Гасним. Гасним. Так. Здесь, да, значит. Оп. Поехали. Первое, это идет у нас штык. Перепрыг, штык. Огонь. Яма. Огонь и яма. Если считать, что у нас здесь всего лишь в этих сериях два такого уровня. Это вот этот и еще какой-то, который уже даже не помню. О. Сейчас еще по паукам прыгать. Прикольно. О чем еще прыгать заставите? Куда мне прыгать? Что? Я на одном месте прыгнул. Еще в себя, да? Так, я бы это не понял. Че это был? Да не, она не двигается, она стоит на месте. Не, там тоже есть проход, видите, там вдалеке. Ой, короче. 37 контишек, нормально. Continuum. This is normal. Чё с камерой? Минус яблоко. Нет, там есть проход. Да, здесь есть проход. Мы хотя бы понимаем уже, куда нам прыгать. А вот когда прыгнуть, это уж, извините, не для нас.
Так, мне бы доп жизнь, если можно. Ц. Там континиум была. Хочу континиум. Окей, континиум. Спасибо. Континиум. Ха. Штычки. Короче, давайте я забуду об этом ящике. О, thank you. Почему он яблоки не собирает? Собирал бы тоже яблоки. Больше пользы у тебя было бы. Оп, сел. А, чуть не упал. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, там все-таки я понял. Везло. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Сколько у меня контишек? 31? 33. Норма. Он рядышком был. Да чё я не допрыгиваю? Не бесите. Поехали. Да, у нас всего лишь два уровня за одну серию. Найс. Так, вижу хорошие коробочки. Довольно много. Так, какой-то очень запутанный уровень. Немножко. Да, все, это конец. Хотя фиг его знает. Так, континиум. Так, от нее должны быть легкие уровни. Минус я больше. Минус я. Good, very good. Не, у нас все-таки хватит на две серии. Я думаю, сейчас у нас все будет быстро, плавненько. Ага, хер там. Хер там плавненько. Я выживать. Главное, что я выживать. Контишки получать. Так, ладно, поехали. Ну да, все-таки я здесь сохранился, отлично. Очень много коробок я пропустил, поэтому прощай. Шестьдесят шесть коробок. Ну что, время вышло. В принципе, сколько там еще уровней? Если считать уровни, которые я еще не прошел, который меня не впускает, это два уровня. А, под ключ. Где там можно найти ключ? Скорее всего, ключ это является этим проходом. Да-да-да. Так, один. Короче, тут осталось
три уровня. Да, вот видите ключ. Хотя, навряд ли это тот ключ, который надо. Осталось, в принципе, каких-то несчастных 3-4 уровня, и все. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.